Почти 91% одесситов считают, что Россия ведет не спецоперацию, а войну с Украиной. Не согласны с этим утверждением только 6,4% горожан. Президента Владимира Зеленского в нашем городе поддерживает 93,4% населения. Кроме того, 90% жителей Южной Пальмиры считают Одессу частью Украины. Таковы результаты соцопроса, в котором приняли участие 2000 наших земляков. Для сбора данных использовался метод онлайн-опроса, где респондентов приглашали с помощью технологии рейтинг-бот для опроса в Вайбере или в Телеграме, а также использовался метод телефонного интервью, где также случайным образом отбирались респонденты и у них собиралось их мнение. Стандартное отклонение репрезентативности, доверительный интервал плюс-минус 2%.